На стене отпечатали 40 глазами узоры, скошенный градусник. Мы расстались, и больше не хочется. В общем-то, что еще можно рассказывать? Я пишу, чтобы как-то осмыслиться и представить, что все это кажется. Знаю, что будет завтра получше, пока эти фотки еще удаляются. Запах комнаты твоего тела накажет еще раз и выстрелит в голову. Там внутри ничего больше нет, так что стены останутся точно не тронуты. Никаких больше фильмов на вечер, да ни к чему, лежим в разные комнаты. Я надеюсь, что уже к утру мое сердце, не выдержав, сдохнет от голода. Снова не дождавшись ответа, я лечу навстречу к твоим глазам. Оставь мне одну сигарету, может быть, она сейчас как-то все же поможет нам. Снова не дождавшись ответа, я лечу навстречу к твоим глазам. Оставь мне одну сигарету, может быть, она сейчас как-то все же поможет нам. Мы больше не выиграем вместе с тобой на двоих эту жизнь красивую. Не сможем попробовать стать полноценно одним элементом и символом. Мечтать, что однажды, когда все пойдет не туда, мы сумеем стать сильными. И где-то в конце мы умрем, осознав, что ушли обоюдно счастливыми. Но пока эта дождь за окном еще делает дело, которому преданы. Я приду к тебе со своим зонтом, типа черт его знает, зачем это делаю. Типа дома грустить хорошо, но на улице дождь, не так много времени. Плюс сигареты закончились, как будто знаешь, что у тебя точно есть две последние. Снова не дождавшись ответа, я лечу навстречу к твоим глазам. Оставь мне одну сигарету, может быть, она сейчас как-то все же поможет нам. Дождь оставит два силуэта, и холодный ветер больше ни при чем. На асфальте две сигареты, ждут, пока за ними вернутся и соберут с собой.